Всем привет, с вами интернет-магазин Kato.ru. В этом видео я хочу показать вблизи, что из себя представляют наши пластиковые скреперы фирмы Offner. Йохан Offner, Werkzeug Industrie. Вот такой пластиковый скрепер, который он называется у нас малый. Он весит где-то 4 килограмма. Сейчас мы посмотрим. Вот такая наклеечка. Сейчас мы посмотрим размеры. Точно. Значит, ширину он у нас. Ширину 54 сантиметра. Сама. Сама лопасть рабочая где-то 65-66. Так. И общая длина. Зацепиться. Общая длина составляет 147 сантиметров. Пластик здесь очень толстый, значит, здесь пластик где-то около 4 миллиметров, 4 миллиметра, вот ребра жесткости везде идут, вот такого плана. Ручка эта снимается, здесь есть вот такие вот защелки, то есть можно ее снимать. Когда мы будем отправлять этот скрепер, мы будем его, соответственно, снимать. И чтобы не очень была большая упаковка. Отличный скрепер, долговечный. Соответственно, здесь идет кант специальный. Металлически оцинкованный. Прочный, надежный скрепер. Или по-другому движок он называется. Движок для транспортировки снега. Так что покупайте эти скреперы в нашем интернет-магазине. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.